Столпотворение и беспорядки у Стад де Франс в Париже во время финального матча Лиги чемпионов – результат массового организованного мошенничества с поддельными билетами. Об этом заявили французские власти. Они высказались в защиту полиции, в отношении которой звучала критика, особенно из-за применения слезоточивого газа. По словам главы МВД, своими действиями правоохранители помогли избежать худшего. Я хотел бы поблагодарить ответственные лица за решение снять барьеры предварительной фильтрации, которые приняли, когда давление было очень сильным, для того, чтобы избежать драмы. Благодаря решению префекта обошлось без жертв и серьезных травм. Министр внутренних дел добавил, что примерно 70% бумажных билетов на матч Реал Мадрид-Ливерпуль были фальшивыми. По ним в основном пытались пройти болельщики английского клуба. Ключевой момент здесь и наша главная задача – установить, как было организовано это массовое мошенничество и понять, каким образом это стало возможным с таким огромным количеством билетов. Всего от 30 до 40 тысяч британских болельщиков пришли на место проведения субботнего матча без билетов или с поддельными билетами. Беспорядки вспыхнули, когда они начали прорываться на стадион. По последним данным, 105 человек были задержаны, 7 стражей порядка получили ранения. Французская сторона просит УЕФА провести тщательное расследование, подчеркивая, что махинаторы находятся на другой стороне Ла-Манша. И по их вине владельцы около 2700 настоящих билетов не смогли попасть на Стад де Франс. Всем им обещают выплатить компенсацию.